В одном из дворов Тверского микрорайона Мигалово все-таки демонтируют детскую площадку. Вопреки протестам молодых мам с детьми и к радости их соседей, которые инициировали процесс сноса. Между тем, в администрации, а также прокуратуре Пролетарского района говорят, что вопрос до конца еще не решен. Почти выкопана качель. Пружинку уже выкопали. И теперь каруселька у нас уже выкапывается, все пойдет в прокуратуру. И все-таки это случилось. Остатки детской площадки с завидным усердием в минувший понедельник были все-таки выкорчеваны со двора, объединяющего сразу три многоквартирных дома в Мигалове. Об этой истории наш телеканал рассказывал в прошлом году. Большая часть респондентов проголосовала «за». Их оппонентам удалось на год с лишним приостановить процесс демонтажа, объясняя свои действия тем, что объекты не похожи на аварийные, а что-то даже обновлено. Два месяца назад нам поменяли нашу хорошую качель на цепи. По новому ГОСТу должны висеть цепи. Тогда вопрос, если она аварийная, зачем нам меняли эти качели? Однако на прошлой неделе администрация Пролетарского района уведомила, что собирается демонтировать и обновленные качели, и мотоцикл, и карусель, и паутинку. Объяснение было одно. Сноса требует прокуратура, которая ссылается на данные проведенные экспертизы. Мы просили вчера ее показать, нам отказали. Чем объяснили отказ? Ну, что якобы мы как жители, как простые граждане не имеем права доступа к таким документам. Но просто вот даже я как мама, да, я смотрю на эту площадку, мне кажется, она не хуже других. Тем не менее, старая детская площадка снесена. Когда здесь появятся новые качели-карусели, в администрации района не знают. Там объясняют, что, во-первых, это снова должны всеобщим голосованием решить жильцы. Во-вторых, на следующий год сейчас уже сложно что-то планировать. Бюджет уже сформирован, рассматривается уже в Думе. И буквально будет последнее чтение. Ну, а в последующем будем рассчитывать. Мы будем изыскивать и другие возможности, будем просить, обращаться. Такая практика имеется в других дворах. Кстати, как нам рассказали в прокуратуре Пролетарского района, вопрос с площадкой во дворе этих домов на улице Громова окончательно будет решаться на совещании, которое запланировано на следующую неделю. Так что хочется надеяться, что органы власти сумеют найти приемлемое решение, и дети из этих дворов, если не в уходящем, то в новом году, получат современные и безопасные аттракционы, которых так мало в Мигалово.